Всем привет, с вами Андрей. Всем привет. Мы сейчас с Андрюхой побывали в двух магазинах. Фикс Прайс и Дикси. Да. Сейчас пойдет у меня продукты от магазина Дикси. И давайте начнем. Первое, что хотим мы показать, вытаскивай. Нескафе Классик, свежий вкус и аромат. Ограниченный выпуск. 8 чашек кофе в подарок. Вот, решила я попробовать этот кофе. Это у нас Активия со вкусом лимона. Это наш любимый хлеб, бородинский хлеб. Люблю я его с детства. Идет с селедкой, с маслом сливочным или просто подсолнечным маслом. Сантиков с кремом и с какао они идут. Это один идет комплект для Вероники, а другой для Андрюхи. Это зимний предмет и также осенний. Это лимончики, самый полезный во время зимы, потому что лимон самый натуральный продукт витамина С. Это наш уже любимый продукт от Савушкина. Творожная коллекция идет с черникой. Скоро выйдет в новом дизайне. Взяла я маги на второй для плова с курицей. Курицу я не брала, я взяла мясо, которое в дальнейшем я покажу, но зато взяла рис. Здесь инструкция прилагается, как делать. Рис пакетированный, он удобен тем, что не надо мешать, не надо следить. Поставил, и через 30 минут все готово. Карбонат в маринаде. В пакете для запекания. Он готовится где-то 80 минут. Ну вот, так что попробуем, мы сделаем его. Вот. Взяла селедку, филе кусочки в масле с луком в бочонке. Вот. Так, это не хреновина, а баклажаны, печеные в томатном соусе. Вот. А хреновина было лучше. Взяла я жидкий порошок от Tide, олимпийская свежесть для белого цветного белья. Любимые наши котлетки куриные, предназначены для приготовления на пару, и готовятся они без масла. Здоровое питание. Так, взяла вот такие вафли бисквитные, парижские. Идут они без пальмового масла и без искусственного красителя. И здесь вот в упаковке сколько штучек. То же самое йогурт. Да, это продолжение творожной коллекции черники. Также, повторюсь, скоро в новом дизайне идет. Опять же, черника, Активия. Вот, тоже очень вкусно. Взяла котлетки из говядины, выращенные в Брянской области. Мираторг. И очень вкусные, мы уже их много раз готовили, так что рекомендуем. Большие огурцы. Взяла 2 больших огурца. К сожалению, кошек у меня нету, пугать некого. Особенно кошки пугаются почему-то огурца и, по-моему, кабачка. Я не знаю почему, если кто-нибудь знает, напишите в комментарии, почему кошки боятся огурца. И сметану. Сметанку я взяла для вот этих вафелек, то есть, в принципе, намазывать и кушать. Это домик в деревне сметана, 15%. Почему мы пошли в Дикси, чтобы купить новые модели прилипал. И сейчас мы посмотрим, что нам досталось. Сначала угадайте, кто это может быть? Это... Посмотрите, какое у него перекошенное и очень какое-то лицо непонятное, потому что явно его укачало. И ему очень сейчас... плохо. Ему нужно постельный режим и поближе ведерко, чтобы ему полегчало. Вытаскиваем. Это рыбка. Рыбка золотая. Исполни-ка, рыбка золотая, 3 наших желания. Первое желание. Отпускаем мы тебя на волю. Второе желание. Пусть во всем океане будет спокойствие. И третье желание – счастливого тебе пути. А у вас какие будут 3 желания, напишите в комментариях. И рыбка золотая вам их исполнит. Так, вот. Следующее подводное существо. Боже мой. Глаз нету, зато есть 2 зуба торчащие. И последний. Так, волное существо. Давайте сначала последнюю модель, которая будет скоро вам предоставлена, немножко ее рассмотрим. Итак, вот такой пакетик. В пакетике лежит игрушка. На пакетике нарисованы игрушки и написано «Подводный мир». Также буковка «Д» – это «Дикси».
Также узнай, какая игрушка внутри. И, естественно, здесь написано все то, что надо, вы хотели об этом знать, но большинство, скорее всего, не особенно хотят об этом и знать, потому что важно, что же... Так, и очень это... важно, что же лежит внутри. Ой, пучеглазик какой-то. Who's that Pokemon? Только я не могу понять. А, глаза на затылке. В общем, нам попались вот такие интересные прилипалы, и все разные, ни одного у нас одинаковых нету. В общем, вот такие. Это хорошо. Да, это вот такие у нас прилипалы. Вот и бедного несчастного, как мне его жалко, как мне его жалко, а у него лицо все такое перекошенное. Кого-то получил тройку. Да, это золотая рыбка, исполняющая желание. Это явно спрятался, чтобы его никто не распознал и не угадал. И вот такой вкусный, обаятельный прилипалка. Почему вкусный? Потому что у него зубы очень большие. И он вкусные вещи ест. Вот. Явно. Вот. В общем, мы сходили в магазин, купили прилипалы. Прилипалы даются за... 500 рублей. Да, за каждые 500 рублей. Вот, на этом мы хотим закончить. Спасибо всем за просмотр и пишите в комментариях и делитесь впечатлениями.